Еще победила в 2009 году в Центральном доме Российской армии. Тогда проходил большой всероссийский фестиваль «Катюша». Песня Шишкина победила тогда в авторской номинации, да, в финале этого конкурса. И спасибо. Спасибо большое Халилову. Спасибо и низкий поклон Царству Небесному Михайловичу, что именно он тогда направил на меня документы на звание заслуженного. Давайте поаплодируем. Спасибо.